Город на проводе. В 2017 году руководство областного центра планирует запуск единой горячей линии для жителей. Сейчас готовят техзадание для будущего проекта. Не исключено, что горячая линия будет работать круглосуточно. Идея создания колл-центра, рассказал глава города, назревала давно. Если идею удастся воплотить в жизнь, по одному номеру телефона можно будет обратиться в горадминистрацию с любой жалобой. Будь то ЖКХ или транспорт, проблемы благоустройства или социальные вопросы. Без лишней волокиты все обращения будут рассмотрены профильными комитетами. Единый колл-центр обязательно нужен администрации, потому что структурные подразделения администрации, они нередко футболят у нас, попросту говоря, людей, которые обращаются за решением каких-то вопросов. Не все люди могут, пользуясь интернетом, найти телефон именно той структуры, которой необходимо задать вопрос. И, конечно, это создает определенные проблемы именно для людей, для жителей нашего города.